Сергея Стерненко в любом случае объявят о подозрении. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью изданию «Украинская правда». По ее словам, квалификация будет или по статье убийства, или же по статье убийства при превышении пределов необходимой обороны. Генпрокурор подчеркнула, что для нее это дело является резонансным, поскольку касается ситуации с защитой активистов. Однако отметила, что вмешиваться в расследование не будет. Это полномочия исключительно следователей и прокурора по делу. Справа расследується 2 роки. Ви ж розумієте, що вона рано чи пізно завершиться. Питання кваліфікації. Я розумію, чому пан Стерненко мене тегає на Фейсбуці кожного дня, тому що це справа його стосовно його життя і волі. Я це прекрасно розумію, і я його поважаю як активіста. Але з іншого боку, я не буду втручатися в цю справу. Напомню, в мае 2018 года на Фонтанской дороге произошла потасовка между Сергеем Стерненко и 2 молодыми людьми. Активист отмечает, что на него напали, он получил удары по голове, а также ножевое ранение ладони. Именно поэтому он якобы вынужден был защищаться и воспользовался ножом, смертельно ранив одного из нападавших. Впрочем, по информации юриста Андрея Портнова, который ссылается на данные новой экспертизы, речь идет о преднамеренном убийстве. После драки Стерненко якобы догнал раненого мужчину, который пытался убежать, и добил его. Похожие выводы содержались и в предыдущей экспертизе. Ее провели в январе этого года. Тогда документы обнародовала у себя в Фейсбуке экс-министр юстиции Елена Лукаш.